Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня Серега будет аниматроником, а мы с кто-то и Роркой будем охранниками. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Включаем свет. Эй, ты что там шелестишь? Игровые автоматы. Я помню, на этой карте мы играли прятки, было очень прикольно. Кого-то красный свет. Ты помнишь, да? Когда мы кого-то не могли найти долго. А, меня я вроде на автоматах там шкерился, сидел. Так, а на улице день. А там очень темно, в самой пиццерии. Оптимизировано пиццерии, мы играем восьмером, вообще четко все идет. Так, как всегда, Гаррис Мод на высоте. Но не все карты. Так, пацаны, вы слышите эти звуки? А ну идите сюда, сыкуны. Плохо нет такого оружия, которое бы простреливало полностью все стены. Или есть такое? Мне кажется, есть. Есть, есть. Надо отдельные аддоны качать. Я дверь закрываю. Есть, мы успели, пацаны. Мы сделали обход и успели. Так, у нас тут экран, мы видим, что происходит. А, там наш кентуха. Ну что, извини, ты на расход пущен. Так, 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 наблюдаем, что они делают. Ого. Они превратились в агрессивных. Это другой режим. Ого, он бешеный, Фокси. Ты чё тут бегаешь? Так, 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 убежал. Какой-то психованный. Приходит и... Нет, это убежал. А вот и я, Димас. А я ж не знаю, где ты. Ах ты ж лоб. А, блин, да как ты такой быстрый? Всех мочишь, и своих. Давай. А по своим? Это знаешь, как Серега называется? Free Fire. Обстоятельства. Отвали от нас. Ой. Ой, я все жму подряд. Какой-то звук странный издают они. Так, красное это закрыть. Все, я понял. Слышите этот звук? Так, охранники сваливают. Вы что, уходите отсюда? Так через вентиляцию? Вот. А кто там орёт? Такой звук, как будто вентиляция орёт. Так, так, так. Идём. Господи, Диман, тебе это лучше не видеть. Я вижу этого челепиздрика. Мочи его. Так, он прикрывает этот проход, мы идем дальше. Нифига себе, он там валит жестко вообще. У тебя что там этот, бесконечные пули? Так, Фокси убил нашего. Но нам все равно, мы продвигаемся. Никого нету, все четенько. Так, давайте пока оружие возьмем мощнецкое. Ой, я сам себя прикончу. Так бывает. Возьмем не читерское оружие, а монетку. Димас, ты где? Пошли играть. Так давай погуляем, чего ты? Сыкаешь, что ли? Я тебя ищу. С тобой погулять хочу. Погуляешь, погуляешь. Тренировка обстоятельств. Классная отмазка. Серега, только не будь невидимым, не будь сыкуном вонючим. Я не невидимый. Не невидимый. А у нас Фокси. Это было жестко, я тебе скажу. Ого! Оно что, простреливает стены? Ну нафиг. Ах ты. Сколько монетка? У тебя сколько жизни было? Ты мне с двух ударов убил. Вот, это прикольно, мне нравится. Ну чё, напугать меня не можешь ты уже? Ты уже не такой деловой. Сейчас напугаю тебя. Так никто не может, только я. Ну это мы посмотрим. На секунд. Блин, дверь за кто-то закрыл. А, это ж мы ушли. На! 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 В живот прям! А, с ножа меня зарезал! Я буду мстить. Я буду очень сильно мстить. У вас тут камера упала. Случайно, да, еще скажи? Да, ты что тут делаешь, говно? Блин, просрала монетка моя из-за того, что тут мои. Ты что сидишь, отдыхаешь? А ну-ка, пацаны, не подходите до двери только.
Давайте вот так попробуем жахнуть. Так, Ерорка, давай нашу тактику. Какая? Тактика крысы, что ли? Иди сюда! На! Убил! Красава я! Пум! Извини, Фокси. Пум! У нас тут война идет жестко. А, просрала, да как? Давайте вот так встаем и стреляем в проход все втроем. Жопа! Блин, прикольно получилось. Стеной встали, стой, стой. Я свой. Тихо, 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 тихо. Он где-то здесь сейчас вылезет, этот говно. Ты че орешь на меня? Пугаю тебя, засранец. Давай, давай. Испугай нового человека. Пацаны, отойдите, отойдите все. От окна. Отойди от окна. Почему она просирает? Да почему она просирает? Почему? Потому что ты бэт. А, меня заморозил какой-то чудикс. А, не надо. Ой-ой-ой, это было сильно. Молодец, Димас, своих убивай. Ай, больно. Да, блин, просирает монета. Ах ты, серьезно. А, я узнал, кто, оказывается, кидает в нас своими ледяными какашками. Кто? Это вот ваш кто-то. Правильно и делает. Я буду огненными какашками кидать. А, извинись. Так, пацаны, давайте возьмем что-нибудь после... А что это у нас за оружие? Во, я же скачал мод новый на оружие. Не использовал ни разу его. А ну. Офигенный мод. Мне подписчик какой-то порекомендовал его. Димас. А вы куда ушли? А, ты вот там вот, говно. Ладно, ладно, убил. Ладно, отступаем, аниматроники. Ого! Вот это сильный аддон. Вот это у него отдача. Вот это меня к стене прижимает аж. Пацаны, ну что? Как вам автомат? Очень офигенен. Офигенный мод. Хочешь скажу, как называется? Давай. CP Base. CPT Base. Вот это он сжигает, аж шипение идет. Ой, я слышу, ты взял его. А, это я. Прости. Обстоятельства, я понял. Пацаны, давайте как-то над стеной становимся и гасим его. Мочите, мочите. А, аккуратно, аккуратно. А. Козырь в рукаве. Ну что, я иду. Терминатор идет. А не будешь шмалять? А, это же, что мы тут устроили. Надеюсь, вам, ребята, нравится. Вы поставите лайки, подпишитесь на канал. Потому что реально ролики каждый день. Мы стараемся сделать какой-то вакханалию постоянно. Блин, классный мод. Он мне нравится. Да ладно, я проверял это оружие, мне интересно, как оно стреляет. Вот это что у нас? Во. На стороне вентиляции сидел, да? О, прикольно. Ну, а, жлобс. Не подходи, я псих. Я тоже. Так, пацаны, пока там стреляют, я здесь пойду.
Он и бросал меня. Нас сразу с одной пули вынес. Вообще псих. Никто не пройдет эту вентиляцию. Кто? Ну... Я слышу. И такая тишина, да, пацаны, сразу? Так. Фух, слава богу, затишье реально. Эй! Эх! Это не атомная бомба, это ион. Пацаны, все, пошла жара. Ионные бомбы в действии. Я понял. Бу. И еще одна. Ребята, это просто ничего не видно. Как всегда, эпический взрыв для вас. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!